В 40 километрах от Бреста по трассе Р-94 расположен информационно-экологический центр «Прибужское Полесье», сердце одноименного заказника. Внутренняя обстановка здания погружает в атмосферу дикой природы, близость которой чувствуется во всем – от картин и стендов на стенах до внутреннего декора. Главная изюминка центра – эко-хостел. Национальные мотивы – березовая роща, водные угодья, дюны – в 5 уникально оформленных комнатах, одна из которых оборудована для людей с ограниченными возможностями, могут одновременно разместиться 14 человек. Для отдыхающих есть мини-кухня и горячий душ. Главный плюс эко-хостела – низкие цены и удобное расположение относительно автотрассы. Он рассчитан на семейный отдых, но и бывают такие у нас посетители, которые едут по трассе Р-94, и заездом сюда переночевать, отдохнуть и дальше продолжить свой путь. Мы можем принимать туристов, которые сюда приезжают с целью отдохнуть, узнать природу, просто побродить по лесам, отдохнуть. Вот. И мы создали 5 комнат этих, которые по уровню, неплохому бытовому уровню могут, так скажем, удовлетворить потребности наших посетителей. Обширен и спектр информационно-экологических услуг центра «Прибужское Полесье». На его базе возможно проведение конференций, семинаров, мастер-классов, открытых уроков и тренингов. Для этого оборудован удобный конференц-зал на 40 посадочных мест с проектором и доской флип-чарт, а также кабинет презентационных материалов на 15 человек. Именно на базе инфоцентра проходит один из самых любимых детских экологических фестивалей «Тайны Прибужского Полесья», который дает молодежи не только знания и навыки по экологии, но и открывает мир природы. Есть изюминка такая, как Домачевские озера. Там очень большое разнообразие птиц. У нас есть такие, как я уже говорил, что и животные, растения, которые внесены в Красную книгу. Это и болотная черепаха, и зеленый дятел. Вот этого вы можете не найти в других районах и в других областях нашей республики. Для всех туристов, путешественников и просто любителей активного отдыха Прибужское Полесье предлагает 3 увлекательных велосипедных маршрута, посещение экологических троп и водные сплавы. Для этого на базе есть весь необходимый инвентарь и оборудование, которое можно взять на прокат. Неповторимая атмосфера и возможность интересного отдыха на территории заказника – это еще не все, что предлагают в центре. Сотрудники резервата имеют право на оформление документов по безвизовому въезду в Беларусь. У нас есть соответствующий документ, который дает право оформлять документы по безвизовому режиму. В плане того, что то есть мы работаем с иностранцами и высылаем приглашение, чтобы они к нам приезжали. Вы хотите отдохнуть, но еще не решили где? Начните с Леплевки. Откройте для себя удивительную атмосферу лесов, рек и болот Брещины. Окунитесь в мир 3 культур. Загляните в сердце Прибужского Полесья и прикоснитесь к уникальному миру природы родного края. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.